Ну, с орбиты, я смотрю, неплохая. Вот мне просто интересно, там вода внизу или земля просто так сделана аккуратно? Довольно-таки смотрите, как красиво вот выглядит с орбиты именно. Очень мило. Знаете, вот единственное, что мне нравится, что вот кто раньше помнит, когда вели планеты, тут с орбиты вот так вот. Смотришь космос 120 FPS, ура, на планету 30 FPS, хлобысь. Это дай бог еще 30, если FPS. Сейчас хоть более-менее стало. Хоть что-то делают. Или сделали. А слушай, там песок по ходу дела, да? Да, по ходу дела там песок, кстати говоря. А, ё-моё, я думал, там чисто такая, знаете, лед сплошной, горы. Вообще так интересно смотрится. Одинаковых планет чисто нету пока что. Пу-пу-пу. А нет, успею остановиться. Не, нормальная планета, нормальная. Сказать нечего. Смотрится даже очень неплохо. Ну-ка. Вид от третьего лица. Ну, что я могу сказать? Вот в таком каньончике вы можете спокойно обосноваться, жить. Я, блин, на черный менял. Ай, ладно. Сколько раз не меняюсь, только он раз переменяется обратно. Ну да, прогрузка, конечно, травы, я лучше промолчу. Тут такой фэншуй, что дальше ехать некуда. Траву, дорогие друзья, чувствую, придется мне вообще убирать. Потому что такая загрузочка это... Ну... То есть ее здесь быть не должно, да? Так, давайте я вообще ее нахер выключу. Прошу прощения. И это начинает уже напрягать конкретно. Непонятно, где она должна быть, где не должна быть. Ну хотя так и некрасиво. Хотя кусками ее фиг поймешь, красиво или нет. Ладно, предположим, здесь травы нету. Ну вот такие красивые места. Ну-ка, залетим повыше. Не, ну слушайте, вот для обоснования житья, по-моему, вообще шикарно. А, я уперся. Я думал, опять зависло. Бывает здесь такое. Так, а ну-ка, что у нас там впереди-то, интересно? Здесь до сих пор я вижу... Как бы деревья, чисто теоретически трава. А здесь у нас что, песок такой, что ли? Да, это песок такой. Слушайте, неплохо. Планета с оазисами, так сказать. Ну, не с оазисами. Не, ну, скажем, с оазисами. Ну, тут льда не хватает, я правда бы добавил. Так аккуратненько такое небольшое озерцо льда. Глубокое. Тут такая сплошная пустыня. Слушайте, ну красиво. Вообще тут как бы неплохо, неплохо. Ну, что ж, такая вот планетка. Кому понравилось, ставьте лайки, комментарии, вопросы оставляйте под видео на YouTube. С вами был Черный Металл. Всем удачи, всем пока!